Омские Орлята. Это тот турнир, за что спасибо большое Евгению Евгеньевичу Шастину, который был инициатором его проведения, который дает возможность развивать хоккей в районах. Ребятам есть к чему стремиться, у них есть примеры перед глазами. И, конечно, если праздник Севера – это такой главный двигатель развития и королева спорта всего спорта в муниципальных районах, то, конечно, Омские Орлята – это та база, которая дает хоккеистов для команд сборных районов. В селе возродился хоккей. Возродился коллективный дух, возродилось стремление к лучшему, к единению. Мы просто объединились в едином порыве развития спорта. Был хороший настрой у нас. С коленок. Я ловил шайбу, этим самым материал команду. Хоккей высокого уровня, и я горд, что мы этим проектом занимались, и на 10-й год у нас и форма красивая у ребят, и условия для игры очень хорошие. Гордость за Омскую область, что единственная, наверное, область, где есть такой турнир, охват столько ребятишек, 1200 человек, ну это потрясающе. Положительные. Турнир это помогает, я думаю, сдружиться с другими игроками, командами дружить, так сказать. На тренировке мы то, что делаем, выходы 1-0, нам это все помогло. Поддержка болельщиков, да, очень сильно помогла. Правильно говорят, что болельщики это шестой игрок на поле.